Всем привет! Привет! Ку-ку! Кто не спит у нас тут? Я не сплю. Окей, окей. Ребята, я решила сделать трансляцию. Просто так. Я дома. Я вообще-то на этих каникулах очень рано ложусь спать. Так что вчера только немного поздно легла. А так я достаточно рано ложусь. По сравнению с прошлым годом я ложилась очень поздно. А так теперь я ложусь рано. Да, скоро школа. Это очень радостный факт. I'm a cool girl, I'm a cool girl. I'm a cool girl. Christmas morning, give the presents, yeah, you all I'm wanted. Я в 8 классе. I'm a cool girl. Нет, рано это не рано утром. Ого, у кого-то 3 часа ночи. У кого 3 часа ночи, лучше идите спать. Серьезно. Поздно ложиться спать, это не очень круто. Лучше ложиться нормально. Я вот ложусь, например, в 11 часов ночи. Ну, в 11 часов вечера. И просыпаюсь в час дня. То есть я сплю где-то 14 часов. Круто, да? Но так бывает. А, девочки из Open Kids, не знаю, где-то дома, наверное. Это вообще помада мамы, которую я подарила на Новый год. Но Аня же такая, она любит дарить подарки, а потом ими пользоваться. Я, короче, в прошлом году подарила папе рюкзак и пользуюсь ним иногда. Но так бывает. I'm a cool girl, I'm a cool girl. Мне подарили, на Рождество мне подарили новый фен с диффузором. Я очень мечтала про новый нормальный фен, и чтобы я делала кудряшки. Я сегодня попыталась сделать себе укладку, но я вышла на улицу, там, где ужасная метель и очень холодно, и все, что я так долго делала, у меня, к сожалению, распалось, но ничего. Уставшая? О, да. Я, кстати, не очень сильно напрягаюсь в эти дни, но все равно я выгляжу очень уставшей. Это ужасно, но все будет ок. Я буду не уставшей. У нас тоже в Киеве очень холодно. Ну как? Вчера было вообще жутко. Я вышла с мамой перед Рождеством купить напитки разные, вот. И было очень холодно. Да, я отличница. Сейчас где-то без 10, наверное, 12. А в 8 классе. Ну, не сильно трудно, просто я очень много пропускаю, и из-за этого иногда сложно. О, родителям я подарила, маме я подарила эту помаду, Make Up Forever, и я купила ей набор, там, где тушь от Make Up Forever, карандаш для глаз черный и смывачку. Ну, это, то есть, такой набор Make Up Forever, и папе я подарила шапку и шарф от Adidas, и все это... Я уместила такие носочки рождественские. Вот, мне кажется, это очень мило и круто очень. Да. Школа начинается 11-го. У меня, к сожалению, нет животных.
Что думаешь о том, что сейчас происходит на YouTube? А что сейчас происходит на YouTube? Ну, что я могу сказать? Мой самый любимый видеоблогер на данный момент и всегда ним являлась, это Катя Клэп, конечно же. Я ее смотрю с самого начала. Это самый первый видеоблогер, которого я начала смотреть. И я до сих пор смотрю ее, и она очень крутая. И я очень люблю искренних видеоблогеров, которые не наигранно все делают на камеру. И она вообще моя самая любимая Катя Клэп. Вот, также люблю смотреть еще Нюту, Диму Ярмузевича, потом, вот. Я немного смотрю, также я смотрю из зарубежных, иногда я смотрю My Life is Ava, вот. Марьяну Ро нет, не смотрю. Я сливаюсь со своим диваном, все окей. Like a good Christmas morning. Спокойной ночи. У меня нет канала, ребяточки. Я не встречаюсь с Костей. Сегодня, кстати, ходила в кинотеатр с родителями на очень крутой фильм. Я не знаю, как он в России называется. У нас он называется «Пробуджение», у вас, наверное, называется «Пассажиры» в России. Вот. Очень крутой фильм с моей любимой актрисой Дженнифер Лоуренс. С моей голодной киднис. Огненная киднис. Вот. Очень крутой фильм. Очень крутой. Даже моему папе понравилось. А чаще всего на те фильмы, которые мы ходим в кинотеатре, папе не всегда нравится. То есть никогда не нравится почти. Он любит фильмы боевики или какие-то очень драматические про любовь, но это тоже был про любовь. И он сказал, что это реально крутой фильм. Супер. У меня нет парня. Так. У меня нет парня, ребята. Мой любимый фильм, это «Голодные игры». Да. Также люблю еще «Иллюзия обмана», «Гарри Поттер». Марисен иногда смотрю, да. Ну, иногда не очень редко, очень. Мне предлагали ли встречаться? Ну да, было. Но я не спешу встречаться с кем-то. Вообще не спешу. Вообще не хочу, в принципе. «Битва за Севастополь», да, тоже люблю этот фильм очень. Моя любимая комедия. Ой, моя любимая комедия это... Боже мой, я забыла название. Я недавно смотрела. Блин, ребят, я недавно выставляла еще в историю. Как этот фильм называется, господи? Он очень... Ну, он старый. Как он называется? Ну, там еще... Цыпочка, да, Цыпочка, да. Это реально... Я посмотрела этот фильм. Я очень люблю комедии, я очень люблю смеяться во время фильма и что-то веселое, но мне не часто попадались реально очень крутые комедии, чтобы сюжет был интересный и шутки были крутые. И вот я посмотрела «Цыпочку», и я считаю, что это одна из самых крутых комедий. Очень смешной. Виноваты звезды нет. Я вообще не люблю плаксивые фильмы. Такие про любовь. Это совершенно не мое. Я очень. Да, Цыпочка вообще реально очень. Ребят, если вы не смотрели Цыпочку, пожалуйста, посмотрите. Это супер. Ну, просто, знаете, нет, вот «Титаник» я люблю, вот «Титаник» я могу смотреть очень часто, ну, я смотрю его часто, нет, я не смотрю его часто, я смотрела его много раз, и каждый раз я, конечно же, плакала, но это все. Еще я плакала на битве за Севастополь, все.
Ну, я просто не люблю расстраиваться. Я очень долго отхожу от фильма. Если он реально крутой, то очень долго. А если он еще будет плаксивый, вы что? Я буду неделю плакать. Поэтому я люблю смотреть фантастику, комедию и разное такое. Вот, Хатико не смотрел. Ну да, я хочу его посмотреть, но я понимаю, что я буду плакать, и мне нужно морально приготовиться к Хатико. Ивангая, да, тоже смотрю. Да, хочу себе отрастить волосы. Отряд самоубийц смотрела. Мартыненко не смотрю. Ребят, я просто хочу вам рассказать историю о том, как я смотрела фильм «Хорошие дети не плачут». Я включила начало, посмотрела до того момента, когда ей сказали, что она заболела раком, если я не ошибаюсь. И потом я примотала на конец, и когда она уже там умирала. Все. Я очень тогда сильно расстроилась, хотя я не смотрела фильм. Я поняла, что... Да, я знаю, что это классный фильм, но это, честно говоря, не мое. Может, я подрасту, а так сейчас я не очень. Тут я хорошие дети не плачу, да. Она упала в кому. Я не знаю, там говорят, вторая серия какая-то будет. Ну, я не углубляюсь в эту тему, в общем. Бумажные города я тоже не смотрела. Говорят, что типа там странный конец в бумажных городах, поэтому я не смотрела. Шерлока не смотрела. Но, кстати, ребят, посоветуйте мне очень крутой сериал какой-то, потому что я в жизни смотрела немного сериалов. Я начала когда-то смотреть «Однажды в сказке», и я его забросила. Вот, напишите мне где-нибудь, не знаю, на страничке ВКонтакте, в Инстаграме какие-то крутые сериалы. Вот. Потому что я хочу что-то посмотреть. Хочу Шерлока посмотреть. Кто смотрел Шерлока? Говорят, что четвертый сезон, ну, я слышала, что некоторые говорят не очень, а некоторые говорят очень. Вот. Я хочу, короче, что-то посмотреть. Вот, «Сваты» я смотрела, ребят, «Сваты» я. Я смотрела. Шерлок, ном? Норм? Ном? Ном? Бомба. Мюзикл. Да, я вроде есть, но я там не сижу. Пока что. Ой, только не про вампиров, пожалуйста. «Киев днем и ночью» я хотела смотреть, потом я как-то не очень хотела смотреть. В общем, «Елки 5» не смотрела, «Метро» не смотрела. Держись, Чарли. Зачарованный экипаж. Ну, в общем, я сделала, наверное, пост в ВКонтакте, и вы мне напишите. Ханну Монтану я смотрела и первый сезон, и второй сезон, поэтому и Джонас Бразерс я смотрела, и Джонас Бразерс Л.А. я смотрела, и Дайси Санни Шанс я смотрела, и Волшебники из Вэберли-Хиллз. Кстати, ребят, я смотрела много сериалов, ну, когда был Дисней, ну, он и сейчас есть. В общем, обожала, обожаю Дисней, это все мое детство, ребят. «Танцевальную лихорадку» я не так смотрела. Потому что я уже тогда, типа, была взрослая. Вот. Но Ханна Монтана и Джонас Бразерс, особенно Джонас Бразерс Л.А., это, ребят, это лучшее то, что я могла видеть. Кэмп Рок. Ребят, это лучший фильм. Это лучший фильм. Особенно вторая часть. Моя вторая часть, в общем, это просто супер. Если вы не смотрели эти фильмы, у вас не было такого счастливого детства. Я помню, что на Дисней, на канале Дисней, когда-то был день Джонас Бразерс, и я такая... Я была счастлива. Там показывали все серии Джонас Бразерс, представляется, целый день. Даже фильм про них показывали. О, да, я была тогда влюблена в Ника Джонаса. Ужас какой-то. Я даже себе в дневнике написала то, что я хочу с ним встречаться. Мне было тогда 6 лет.
О чем я думала? Странно. О, Султан Сулейман, це я тоже дивилась таке. Там це Роксолана, це... Я все це знаю, ребята. Конечно, знаю. Деми Ловато. Как ее не знать, ребяточки? Она же крутая. «Однажды в сказке». Да, реально, вот, реально крутой сериал. Я не знаю, почему я его перестала тогда смотреть. Но, может, еще раз начать? «Шаг вперед», да. «Пассажиры» сегодня смотрела. Я, вообще-то, главная фанатка One Direction, если вы не знали, была. Кстати, сейчас One Direction уже распались, да, походу? Ну, ничего. О, шаломчик тут, боже, какая радость. Ребят, я рада. Я начала свою трансляцию не зря. Спасибо большое всем. У них перерыв? Да, я знаю их перерыв. Конечно. «Марсианин», боже, это идеальный фильм. Боже, я так люблю фильмы, я бы их смотрела целыми днями. Это круто, наверное. Или не очень. О, H2O, просто это победа. Вот это сериал моей молодости, боже мой. Я, ну, каждая девочка тогда с садика выбирали, кто они с H2O, и я была тогда сейчас темненькая, боже мой, как Клио, Клио, по-моему, звали. «Держись, Чарли», я тоже смотрела. Ой, Карли, боже, ностальгия. Ну, это слово «паразит» просто. Книгу про марсианина не читала. Keep the presence here, you all I wanted, all I wanted. Дрейк и Джордж. Этот сериал моя мама смотрела, когда была мной беременна. А потом я его тоже смотрела. Дрейк и Джордж. Папины дочки, конечно. Конечно. О, «Ранетки», да. Кто не смотрел «Ранетки»? Боже мой, я помню, я так тащилась от этого сериала, у меня даже мама его смотрела. Моя самая любимая героиня была, это Лера. И потом, когда она ушла, мне показалось, что уже нет смысла смотреть этот сериал, потому что взяли Нюту. Для меня это был такой шок. Я даже не могла представить такое. Вот. А теперь я смотрю блоги Ньюты. Представляете, вот как время прошло, и все поменялось. Букины, да? At Christmas. Мой самый любимый новогодний фильм — это «Один дома». И «Один дома 2». После «Один дома 2» не смотрите, ребят. Это уже не то. Я вчера смотрела на 1+1, показывали «Один дома 5». Это вообще не «Один дома». Это что-то вообще другое, непонятное. И оно, ну, блин, оно реально не похоже на «Один дома 1», например. Это уже какой-то непонятный фильм, в общем. «Слуга народа». Да, короче... Здесь Даня Дрог. Привет, Даня Дрог. Как там бокс-бенд? Бокс-бенд. И тебя с Рождеством. Как там Boys Band? Ребят, честно, я не знаю. Мы почти с ними не видимся. У нас свои концерты, записи разные, вот. Поэтому мы с ними почти не встречаемся. This morning, skip the presents, yeah, you all I wanted.
Костя любит меня, как приятно. Но у него есть девушка, тара-тара-там, там. Какая? Какая моя любимая песня? Christmas Morning, Skippy Biden. Вот это? Да, это моя любимая песня. Я вообще люблю Biden TV. Нет, у меня только одна страничка везде. Только одна страничка. Так, ребят, не материмся, будь ласка. А то буду блокировать. Ладно, ребята, я пойду спать. И завтра будет новый день, то есть уже сегодня. Я желаю всем вам сладких снов. Не сидите допоздна. Ложитесь лучше спать сейчас. Всем спокойной ночи. Я вас очень сильно люблю. И смотрю в Инстаграме. Очень сильно люблю. Спокойной ночи. Быстро всем спать.